Антон Боль, спасибо большое за донат. Слушаем. Слушаем. Да. Ну просто это, я считаю, это неуважение к моему времени. Нет, это все-таки не ломанный ритм, это просто долбанутые четыре четверти. Честно, мне кажется, это звучит всрато, вот этот ритм. То есть как бы не как какая-то гениальная ломанная штука, а просто как хрень скорее. Любимая рубрика. Ну блин, понятно, но слишком просто много времени за 25 рублей надо будет потратить. Поэтому не знаю. Ну пусть работяги 125 докинут хотя бы, и все, и тогда и посмотрим. Если докинут, то да, если нет, то нет. Ну, новая русская волна, короче, ясно. Очередное. Это со мной происходит. Астронавты возвращаются домой, обосравшись под луной. Это, короче, музыка для этих, для альтушек. В очках. Ну, я бы не сказал, что противный, просто... Просто все нормально, в принципе, просто манера это надоела. Нет, по-моему, все-таки какие-то типа три четверти, что ли. Сука, ну как же это? А, 7/8. Блин, я люблю ломанные ритмы, но здесь какие-то они просто... Именно в 7/8 как раз даже много слушаю разного. Ну, блин, извините, вот, допустим, тут. Вот это уважаемая тема. Это работает, качает. Опять же, тот же самый трек, просто включаем из одного из прошлых видосов. Всякие там. Ну, это понятно, сейчас скажут батя рок, там, не знаю, еще что-то. Вот, и, ну, как бы это, не знаю, мне кажется, клевое решение. Которое, то есть, это и ломанный ритм, и при этом это еще и остается музыкально здорово и так далее. Здесь просто тум та та ту та тру та тру та тру та тру та тру. Будет вторая часть? Не, не будет. И потом в итоге это все просто переходит в такую штуку.
Опять же, вот трек как бы... Ё-моё, 6 минут! Бухой смотрю твои реакторы на сокол, ржу как врать, спасибо тебе. Пожалуйста, рад развлечь. Начинающие группы хочет рвать все пустые. Unknown, спасибо. Ну, надеюсь, помогу. Спасибо. Сиди просто 6 минут, слушаешь. О, я научился играть 7 восьмых, типа. Просто вот, вот так для меня это звучит. Ну и залупа, да. Тебе надо убрать эту надпись. Че она там вообще делает? Надо ее просто включать в нужный момент. Типа дохера эмбиент, там, не знаю, под срок, там, и так далее. Хз, короче, ну, шугей спидовки. Есть акульи слезы, допустим, из того, что вроде в контексте этого направления, но это круто реально. Студийка, по крайней мере. Вот, это просто... Ну, то есть не просто, но... Не знаю, мне не нравится. Ну да, там типа что-то умеют, ребят, не знаю, слышно, басист там что-то пыхтит, старается. Какие-то. Ну, в целом, это вот, да, для духовно богатых дев просто музыка. Ну вот, короче, из около Wannabe Shoegaze в сторону плюс-минус новая волна, фестиваль боль, там всякая хрень, есть акульи слезы. Просто роскошно. Дрим-поп, да, это даже скорее не шугейз. И пофигу, вы поняли, короче, грязная попсовая хрень такая всякая, с кучей дилеев. Обмазываться можно этим. Я обожаю этот трек. Вот этот. Ну я мотаю, то есть что просто куски показывать сразу прикольные. Не фул делать. Выбор нот этих, типа, нереально кайфовый. Ничего не осталось, только самая малость, только самая малость. Почему я пьячу? Ой, блин. Ну, короче... Коза. Шум, короче, как это. Для альтушек.